Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Дарья, и на моем канале вы сможете увидеть очень много интересных видео на разные темы. Поэтому мы сейчас рассмотрим вместе с вами. Для меня это будет в первый раз. Если вы хотите, чтобы ваши ручки каждый день выглядели потрясающе и при этом сэкономили ваши деньги и время, то этот набор именно то, что вам нужно. Быструю распаковку я делала на почте, а сейчас рассмотрим с вами более подробно. Итак, поехали. Естественно, самый главный девайс в этом наборе – это лампа. Лампа у нас на 48 ватт. Давайте мы ее распакуем. Идет она в коробке. Прилагается небольшая инструкция, но, к сожалению, на английском языке. Лампа у нас гибридная, с датчиком движения, со съемным дном. Это очень удобно. Удобная, быстро сушит. Есть на 24 ватт, есть на 36 и есть на 48. Но, как по мне, на 24 ватта медленно, скажем так, она сушит. Понадобится большое количество времени. Есть, кто берет на 36. Ну, а мы решили взять на 48, чтобы уже наверняка, скажем так. Давайте все же включим и посмотрим, как она работает. Она включилась. Здесь есть таймер на 10 секунд, на 30 и на 60. Давайте же включим и попробуем. По истечению 10 секунд свет наш выключается. Работа окончена. Можем выключать и будем смотреть дальше. Также в наборе у нас шел фрезер. Фрезер марки Mercedes 2000. У него 2000 оборотов в минуту. В инструкции у нас идет, точнее, в коробке у нас идет инструкция. Она, к сожалению, тоже на английском языке, но, как по мне, здесь несложно разобраться. Давайте же рассмотрим более подробно. Фрезер. Вот такая под него подставочка. Также насадки. 6 штук у нас насадки идут. И сам аппарат, скажем так. Давайте уберем, для того, чтобы нам было более удобно. Есть кнопка включить-выключить. Также скорость и увеличение. И также на самом фрезере включить и выключить. Давайте включим и проверим. Подсоединяем. Включаем в розетку. Давайте же рассмотрим более наглядно. Вам необходимо будет включить на самом аппарате и только потом на самом фрезере. Он начинает работать. Очень удобно его держать. Давайте я вам покажу скорость. Это самая максимальная. Выключили. И так же самое здесь выключили. В наборе у нас шли распорки для педикюра. Две штучки. Очень удобные. Для чего нам нужны распорки? Для того, чтобы аккуратно вставить вот так пальчики, накрасить, и чтобы они, пальчики, ноготочки, не вытирались друг об дружку. Поэтому, мне кажется, очень удобно. Дальше. В наборе шли у нас апельсиновые палочки. В наборе их было 5 штук. Я заказывала их в наборе. Дальше у нас идет баффик четырехсторонный. У меня ранее был баффик, но, к сожалению, он уже изжил себя. Для чего нам нужен? Для того, чтобы полировать ваши ноготочки. Очень удобно. Далее у нас жидкость для снятия гель-лака. В нем 100 мл, фирма Нису, эти у нас Окси, здесь Нису. Если вы не желаете использовать фрезер, не использовать, допустим, какие-то либо другие аппараты для снятия гель-лака, то именно жидкость для снятия гель-лака – то, что вам нужно.
Есть кто не пользуется ни жидкостью для снятия гель-лака, ни фрезером. Они спиливают в сухую. Но, как по мне, это неудобно. Также обезжириватель, удаление липкого слоя и дезинфекция. В нем также 100 мл. Вот так. Будет обезжиривать ваши ноготочки. Далее пилочка. Пилочка у нас на 100 и на 100 грит. Пилочка вам необходима будет в любом случае. В наборе шла всего лишь одна. Если вам будет мало, можно будет докупить. Безворсовые салфетки в наборе идут. В наличии 50 штук. Вы можете их приобрести на Алиэкспрессе, либо они идут также в наборе. Вам необходимы будут для того, чтобы протирать ваши ноготочки и не оставлять всякой пыли. И далее в наборе у нас идет праймер. Также каучуковая основа для гель-лака Окси 8 мл. И каучуковое верхнее покрытие с липким слоем, также Окси 8 мл. И гель-лак Коди 8 мл. Праймер. Давайте рассмотрим ближе праймер. Праймер у нас фирмы Коди. Это, скажем так, липкая основа между вашим ноготочком и тем, чем вы будете именно покрывать ваши ноготочки. Говорят, что можно не использовать праймер, но, к сожалению, не пробовала. Если у вас получилось, пишите мне в комментариях, и мы рассмотрим. Давайте также мы рассмотрим цветной гель-лак. В наборе идет всего лишь одна штука. Также само на выбор. В наборе идет одна штука на выбор. Вы можете выбирать любой цвет, который вам необходим будет, который вам нравится. У меня это красный, но, скажем так, просила я спелую вишню. Возможно, на руке оно будет потом на ноготочке уже смотреться хорошо. Итак, вроде бы мы все рассмотрели. Давайте все же я вам покажу еще раз набор. Как для новичка, который ранее всегда делал либо в салоне, либо у знакомых, допустим. То есть набор для себя, он необходим. Все под рукой, все очень удобно. Дополнительные, скажем так, ингредиенты к этому набору вы можете приобрести в магазине. Допустим, пилочку я бы приобрела еще одну. Лампа очень хорошая. Я надеюсь, она мне прослужит очень долго. К сожалению, ни разу ее еще не использовала. Так же само фрезер. Фрезер очень удобно, снимает быстро верхние слои. Именно. Будем пробовать, будем испытывать, на что готова наша лампа с фрезером и целым набором красоты для наших ноготочков. Я специально не делала маникюр перед тем, как записывать видео, для того, чтобы рассмотреть вторую часть этого прекрасного набора и посмотреть, что же у меня получится. Поэтому оставайтесь на канале, подписываемся, ставим лайки. Всего хорошего. Встретимся во второй части.